Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Ивану Царевичу и Серому Волку, третьей части. А сегодня мы завершим, надеюсь, парижские каникулы. Половина пройдена, большая, 8 уровней. Осталось еще 7, но не факт, что они будут легче предыдущих, наверное, наоборот, сложнее. Так, вроде бы рядышком, да? Опять Дольче & Габбана. Совсем рядышком. Так, где у нас волк находится? Команда. Вот здесь, да? А давай, пройдись вообще. Ты ж можешь сразу взять ловко ты приду. Сундук. Да что здесь ловкого? Просто бери. Уже иду. Прыгай. Наверх он не сможет прыгнуть, нет. Ловко ты приду. Сюда тоже нет. Так, секундочку. Двоечка. О, как. Есть. Весело. Есть. Да, ага, точно. Сначала нужно, получается, нам вот так вот сделать, да? Так, теперь точно. Открыть. Теперь давай сюда. Теперь. Ага, опять. Так, точно. Открыть. Есть. Так, точно. Так, точно. Перевести волка на другую сторону. Что придумал? Сначала. Не-не-не, сначала не так. Во-первых, нужно наверх спрыгать за этим сундуком вторым. Карта вообще очень маленькая. Когда маленькая карта, тут довольно-таки легко ее пройти. Вот еще один сундук. Ну и фактически-то я понимаю. Могу открыть двери. Так точно. Ой, волк. Тут я. Что делать-то? Придумал? Так, ну, конечно, придумал. Хороший. Тут уже вариантов немного. Здорово, и идем за Василисой, да? Иду. В очередной модный бутик. Есть. Один из самых быстрых уровней пока. Да, даже в 2 минуты уложился. Ого, это большой уровень. Так, ну тут не знаю как даже. Как наверное, вверх надо лезть. Ого, что за скворечник, я не понял. Такого есть. Не было еще. Так точно. Тук-тук. Тук-тук. Кто в доме живет? Даже и не знаю. Я тут в одну игру играл недавно. В общем, представь, что это рогатка. Ого. Отклони назад, потом отпусти. Наверное, в Angry Birds играл, да? Как скажешь. А, ого, а что мы будем кидать? Кнопку какую-то? Ой, нет, яйцо. Птичка полетела. Капец. Воздушно-космические войска 39-го во всей классе. Превосходно. Только это ж на время все, да, получается? Так, секундочку. А сюда получится? Надо как-то вот так, получается, сделать, да? Сделано. А это вот навсегда открылось, то есть это не на время. Уф, блин, как же нам успеть. Все готово. 9. Так и что? А куда? Я не пойму. Иду. Иду. Есть. Иду. Как скажешь. Я не пойму. Давай. Готово. Давай попробуем. А, хорошо. Там вниз можно прыгать, а я не видел. Че? Я иду. Так бы сразу сказал. Тогда вопрос совсем другой. О, так, получается троечка. Это что у нас? Вот здесь. Отклоняется, да? Хорошо, значит, теперь мне нужно смотреть, что сделать. Так точно. А, нужно вот туда попасть, да? Отскочит? Нет, не получилось. Куда она улетела? А если так как-то отскок? Нет, тоже не получается. О, вот. Сделано. Все, начал ковер-самолет летать.
По идее, теперь я что могу сделать? Взять волка. Команду. А, подождите. Я тут еще должен разведать все. Уже иду. Вовка, ты придумал. Уже нет, иду. Нет, там ничего так нет. Уже иду. Вот так. Он же может сюда пройти, да? Вовка, ты вот, придумал. Если что, сундук взять. Отлично. Вот такой уровень непростой. Так бы сразу сказал. Мы с тобой. С рогатки постреляли. Давай прыгай наверх. Ага, там тупичок. Ладно. Давайте сейчас будем разбираться. Ай, не-не-не. Там же дничка, все. Вань, поехали обратно. Есть! Так точно. Да, точно, точно. Вот, тут нужно на дничку. Я же думал, что она открывает, кроме. Все готово. Да, кроме нижней там двери. Вот здесь еще открывают. Хорошо. Так, по идее, теперь можно возвращаться. Как? Можно возвращаться, да? Ты на падобес, интересно, или нет? Просто я не уверен. Вот, двоечка. Ловко ты приду. Если что, он может поехать, да? А, нет. Ловко ты да, приду. То есть я сейчас им поеду наверх, как бы там уже потом решу. Нужен ли он мне будет или не нужен. Так бы сразу. Ваня, если что, подтянуть. А, вот там было что-то. Мысли. Вот и сундук, конечно, куда же без него. Ловко ты придумал. Уже иду. Не-не-не. Вот так. А, там лестница, то есть фактически это уже выход. Все, теперь понял. Есть! Пока разберешься. Давай еще выше. Есть! Иду! То есть волк по-любому нам здесь нужен был, чтобы взять третий сундук. Так, 10-й магазин уже в Париже. Вот это Василиса нас обанкротит. Тысяча чертей! Где же она? Ну, вариантов немного. Осталось 5 уровней. Так что скоро мы ее найдем. Опять большой уровень. Ух ты. Так, волк, ты где? Ага. Ловко ты придумал. Уже иду. Понятно. Уже иду. Так, мне нужно здесь троечку нажать, да? Давай попробуем. Готов. Здесь единичка у нас. А, где... а, нет, видите, мне нужно... А, подождите. Там четверочка. Так точно. А там будет троечка. Так точно. Есть. А ну-ка. Рычаг, что он откроет? Есть. Как скажешь. А сверху закрыл. Блин, сколько рычал. Я, короче, застрял на 2 дня. Так на этом точно. Уровне. Так точно. Как мне так кажется. Есть. Так, получается, мне нужно теперь сюда, скорее всего. Ковер. Смотреть, что с другой стороны можно сделать. Иду. Там снизу тоже троечка нужна. Иду. Ага, не понял. Как скажешь. Не, все-таки нам нужен так точно. Волк я здесь. Иду. Я думал, удастся его вот как-то. Сначала взять сундук, а потом уже. Что делать-то придумал? Куда-то его доставлять. Так, 1, 3. Ну, не знаю. Вариант всего один. Что вот придумал? Сюда. Ловко и... ты придумал. Сюда. Сразу сказал. Так, 8, да? 3 варианта у меня просто нет. Что дальше? А, она такая, которая уже у нас постоянное действие. Сковер уже не свернется. Что за 9? Где? Все как заказано. А, ну это... Это держать придумал. Нужно кнопку. Ловко ты придумал. Хороший ход. Так. Мыслимо. Куда мы поедем? Ага, тут тоже крутить нужно. Капец. Значит... Что, у меня 4. Я потерялся, я не знаю. 4 там вот должна быть открывать. По-твоему. Так бы сразу сказал. Так бы сразу сказал. Да, волк, едем вниз.
мысли мои. А, все, Тегу понял. В принципе, теперь я ж пока могу вот так Ваня полезть. Иду. И поехать вверх. Просто как я здесь все собирать буду, наверное, действительно на полчаса. Точно. Жалко, что волк по лестницам не лазит. Как скажешь. Так. Иду. Так точно. Тут я мигом. Я мигом. Получается, здесь волк должен нажать на девятку. Что делать-то придумал? Мысли мои считаю. Хороший ход. Давай, уже давай иду. Сюда. Так бы сразу сказал. Уже вот. Иду. А Ваня там что-то пойдет сделает. А двойка? Что ты будешь с двойкой готов делать? Ага, тоже получается. Волк должен ездить. Так, может, как сначала скажешь, нужно было его как послать. Как скажешь. Иду. Там сундук? Так, точно. Нет, там иду. Ничего нет. Все тоже есть. В конце будет. Я мигом. Я мигом. Волк, давай, иду теперь обратно. На следующий ковер. Мысли мои. Оп. Так, а волк, по идее, что может и вверх. А, или. Вверх там уже не едет. Ковер. Что делать-то, придумал? Ловко ты придумал. Хорошо, давай ловко наверх. Ага, наверх. Мысли мои. Никак. Хороший. Вот троечка, которая раз нажалась. Хорошо. И все. Ничего себе. А семерка хорошо. Где у нас? Не соскучишься. Вот здесь. Для этого четверка должна быть открыта. А четверка будет открыта в самом начале. Капец. Собой не соскучишься. Команду. Знал бы это все раньше немного. Так. Волк говори, на выход. Делаю. Так бы сразу сказал. Давай, поехали. Мысли мои считаешь. Ну, по-твоему. Ваня, я тут попробую. Тоже. Есть! Так точно. Как скажешь. Вниз. Я еще ни одного сундука не взял. Это, конечно, мрак. Иду! Есть! Так точно! Есть! Иду! Я мигом! Есть! Я мигом! Получается, сначала я должен волчика свозить вот сюда. Что придумал? Вот первый уже сундук. Иду. Хорошо. Уже иду. Уже иду. По идее, волк нам внизу больше не нужен, поэтому я его сразу отвезу. Хотя стоп, пятерочка. А пятерочка где? Это, скорее всего, волк должен делать, нет? Вот интересно. Пятерку как открыть, я пока не знаю. Ладно, волк, ты давай пока спустись, посмотрим. Так, теперь я должен четверочку нажать по-любому. Блин, что ж она так. Так точно. Иду. Иду. Потому что восьмерка мне уже не нужна, да? Как скажешь. Так точно. Как скажешь. А как посмотреть? А, вот. Пятерка там нажимается. Для этого мне тоже нужен будет волк. А волк, а ты сможешь отсюда запрыгнуть сразу туда, нет? Нет. Поэтому мне нужно, во-первых, еще волка. Обратно. Блин. С собой не соскучишься. Да я верю, волк, но блин. Это все долго так делается. Только первый уровень сегодня был такой. Уже иду. Попроще. Остальные такие себе. Ага. Как скажешь. Я мигом. Так точно. Так, теперь нужно здесь разобраться. Это нам правая часть не нужна. Так точно. Есть. Так точно. Так, девятка нам тоже пока не нужна. Нам иду. Нужна. А, вот семерка иду. Доступна, да? Что она делает? Там она что-то открывает. А
там закрывает. Ух, блин. Ладно, волк. Ага. Я, конечно, ловко, ты пока не в курсе, куда тебе нужно. Так бы сразу сказал. Уже иду. А, подожди. Уже иду. А смотрите, он может сюда запрыгнуть, да? И туда может, тю. А там что? Вань, ты, наверное, поспешил. Вот. Говори, сделай. Давай сначала сбегаем за сундуком. Мысли мои считаешь. Будь по-твоему. Вот, отлично. Второй сундук, наконец-то. Будь по-твоему. Так, а что за шестерочка здесь вообще? Сработала. А, она именно... Уже иду. Нажимается обратно, уже да? Иду. Понял. Уже иду. Ловко ты придумал. Ловко ты в концерт пойдешь, а пока тебе нужно за сундуком. Мысли мои читаешь. Командуй. Так, так. Есть. А сундук внизу. Получается, мне нужно нажать там... С собой не соскучишься. Какую-то кнопку, хорошо. Да? Вот, где семерочка. Так бы сразу и сказал. Вот, точно. А ты, да, как нажимаешь. Оп. Все, волк наконец нажимает эту кнопку. Оп. И там вот доступ. Будь по-твоему. К третьему сундуку. Уже иду. Так, Ваня. Твой выход. Так точно. Перевози волка обратно. Волк едет вниз. Но опять и Ваню придется вниз. Вот по-твоему. Он же сам не спустится. Так бы сразу и сказал. Не, к сожалению. Как скажешь, Я скажу, что вы тут задержались, господа. Теперь сюда его. Берем сундук. Отлично, все, теперь же мне ничего не мешает. Быстренько этот уровень завершить. Волка обратно. Говори, сделаю. Уже иду. Так бы сразу сказал. Вот тут не помню уже, куда ему. Вот по-твоему. Мысли мои читаешь. Нет, уже он наверх может прыгнуть. Уже точно. Иду. Хороший ход. Так бы сразу и сказал. Так, у нас там что, девятка где-то, да? Уже иду. А, здесь шестерка, наверху. Ловко ты придумал. Вот, теперь Ваня нужно рычаг нажать, а кнопку нажать. Иду. Чтоб полк прошел к другой кнопке, короче. Так точно. А, вот это уровень. Иду. Сюда, не сюда. Вот так. Наконец-то. Тут я. Что придумал? Вот. Хороший ход. Подождите, а здесь? Иду. Девятка ж закрыта. Как скажешь. Секундочку, то есть волк сначала должен. Ага. Что ли? Давай попробуем. Что дальше? Вниз. Мысли мои считаешь. А потом уже. Мысли мои читаешь. Будь по-твоему. Так бы сразу сказал. Вот, сначала сюда. Сработало. Ваня переходит. Так, так. Как скажешь. Иду. А теперь волку обратно нужно бежать. Не люблю эти большие карты, потому что с ними, блин, действительно сложно. Ловко ты придумал. Так, и туда, да? Так бы сразу сказал. Уже иду. Уже иду. Сработало. Конечно, 10 минут на уровень — это жесть. Слишком много рычагов, попробую их все обойти быстро. Да, 12 минут даже, не 10. Капец. Надеюсь, это был самый длинный уровень, иначе ролик получится очень сложным. Хотя вот тоже большой.
Так, Шанель. А что я могу здесь сделать? Волк, ты где? Командую. А, тебя заперли. Тут я. Негодяи. Я так, я думаю... Взяли? Да что ж я думаю, я ж не знаю пока куда мне. Я мигом. Нужно разобраться, да? Я мигом. Иду. Десятый там, я мигом. Капец. Иду. Есть. Это что у нас? Готово. Ага, я ж никак. Не смогу, то есть все-таки нам наковальня нужна это. Мы ее берем. Так, взяли. Ставим есть. Сюда, по-другому никак. Я отсюда же не смогу унести. Иду. Есть. Есть. Как скажешь. А как ты скажешь. Там шестерочку. Так, а волк ты где? У тебя там шестерочка, да? Я за него. Я вопрос в том, что нам нужно сначала открывать. Иду. Все-таки волка нужно выпускать. Для этого нам нужна четверочка. Опускаем наковальню вниз. Так точно. Так, взяли. Ставим теперь есть. Сюда. Оп. Сделано. Нажимаем на четверочку. Волчик, свобода у попугая. Так, наверху там что-то есть интересное. Походу ничего. А, он туда может перепрыгнуть, да? А нужно ли? Ловко ты придумал. Так бы сразу сказал. А наверх туда может прыгнуть, когда не? Никак. Вот по-твоему. Мысли мои считают. И там 11 тоже тупик. Все, понял, волк, ты пока нам ничем не поможешь. Мы, кстати, можем опять наковальню забрать. И отнести ее туда же. Оп, ставь. Оп. Чего ты стесняешься? Я мигом. Теперь ее вверх поднимаем. Оп. И так сами точно. Вверх топаем. Я мигом. Оп. Оп. Ставим сюда. Так точно. Сделано. Вот. Волк теперь сможет пробраться наверх. Так бы сразу сказал. Вот туда. Волк, ты придумал. Даже на кнопку сразу, да? Кнопку какую-то держать не надо, поэтому вот. Все как заказывали. Собственно, волк нам уже. Ловко ты придумал. Тут не нужен. Теперь вниз идем. Так бы сразу сказал. Сюда, к 11 этой двери. Так, Ваня, а теперь ты. Тут я. Хо-хо. Шестерочка нам, в принципе, не нужна. Так точно. Вопрос вообще, что нам здесь нужно. Есть. А, по-любому, наверное, сюда, да? Нужно наковальню то. Не уверен, что она нужна мне будет сверху, но мне кажется, нужна. В любом случае, я ее просто подвезу, чтобы потом вниз не спускаться. А сам пойду сюда. И посмотрю, что там к чему. Там десятку нужно держать. Я мигом. Так, 11 рычаг. Это вот волка мы выпускаем, да? Супер, волк. Заяц, волк. Вот, теперь Ваня может спокойно пойти за сундуком. Мог бы. А, да, на ковре он не мог бы. Есть первый сундук. В наличии. Все, волк нам, по идее, теперь здесь не нужен, да? Говори, сделаю. Так, а дело в том, что нам что, волк больше ни для чего не нужен. Волк. Готов. Как так? Так, там по-любому. Как скажешь. Кнопка какая-то. Так, взяли? Нужна есть. Будет вот, допустим, троечку нажать. Волк же нам не поможет. Я мигом. Опа. Оп. Вот так. Да. Как теперь скажешь. Мы едем вверх. Как скажешь. Нажимаем двоечку. Готово. А, волк нам поможет еще. То есть тут теперь ковер. Уже иду. Летает. Я думал, он все уже. Думаю, как так? Мысли. Поехали. Вот, стоп. Ловко ты придумал. Уже иду. Что там у нас? Сундук там у нас. Мысли. Дальше смотрим, какая. Это что делает? А, стоп, 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 стоп. Что делать-то придумал? Я за него. Так, двоечка уже не нужна. А семерочка.
Это вот сюда нужно поставить. Наковальню будет, да? Так, а троечка нам... Туда потом по-любому нужна будет, да? Не-не-не. Как же туда быть? Я не могу понять. Волк там не спрыгнет. Если я нажму... На семерочку, я ж... Не смогу никуда подняться, да? Да подожди ты. Все-таки нужно наковальню спускать вниз, что ли? Ладно, буду по мере появления проблем решать. Иду. Так, подождите, а волк? Командую. Так бы сразу сказал. А, восьмерка там закрывается. Я, может, смогу здесь что-то сделать сначала, ловко, да? Ты придумал. Вот единичка. А, это чтобы он сюда перешел. Я понял. Тут пока рано. Бей на восьмерку. Я понял, что как в конце выходить. Так, сюда. Оп. Как скажешь. Так точно. Везем ее обратно. Оп. И теперь берем ее. Вот. И ставимся на семерочку. Вот так как-то. А, все, ставь, ставь, не стесняйся. Есть! Все, по идее, она уже не надо будет. Так, давай, давай, давай. Как скажешь. Берем сундук. Третий уже. Опа, берем. Берем, конечно. Есть. Василиса Василисой. А вот сундуки. Командуй. Сработало. Хозяйство тоже пригодятся. Ловко ты придумал. Нажимаем единичку. Открываем. Вот эту платформу. Ой, а тройка, подождите. Ой-ой, а тройку я не могу нажать, потому что там нет у меня наковальни. Секунду. А я ее не смогу забрать. Она мне только нужна была для того, чтобы взять сундук и все. Да я там, блин, ты не там. Ловко ты придумал. Капец, это все обратно теперь тянуть. Ну и уровни пошли, а. Заказывали. Так. Капец. Ну да, мне что-то семерочка не нужна уже. Просто не хотелось возвращаться. Я мигом. Так точно. Ну придется, что делать? Оп. Опа. Есть. Ставь. Иду. Эх, наша песня хороша, начиная сначала. Ставить, да я уже не помню. Есть. Да, больше некуда. Опа, готово. Вот теперь все, точно. Есть. Ну, еще не все, нужно еще волка теперь на единичку заслать. Ага, готово, парень. Хороший ход. Да, конечно, молодцы, придумали такую игру прикольную. Такие же головоломки прям. К вашим услугам. Прямо в смысле слова. Голову сломаешь, пока пройдешь. Есть. Как скажешь. Давай, иди, иди. Фух, тоже почти 10 минут. Правда. Так, 6. Ого, магнит какой-то. Интересная штука. Я такой даже в администрации дворца не видал. Сможешь хотя бы включить? Включаю магнит, типа, ага, да? Кажется, она управляет этим краном. Обалдеть. Точно.
Вот и кнопки же появились на экране. Слева джойстик для управления, а справа, кажется, кнопка для включения магнита. Обалдеть. Думаю, этот магнит достаточно сильный для того, чтобы поднять вон ту наковальню. Зачем? Не знаю. Сам подумай. Так, ну для начала нам нужно понять, какие нам нужно кнопки нажимать. Вот, допустим, сначала единичка, чтобы он взял сундук, да? Так, смотрим, поднимаем наковальню. Опускаем. Вот единичка нажалась. Теперь волк по коням. Это я понял. Мне это сейчас не нужно. Вот сюда. Теперь берем, поднимаем. Только никуда не выводим, потому что волк иначе потом не выйдет отсюда. Вопрос в том, дальше. Ага. Двойку нужно как-то открыть. Так, но дело в том, что тут тройка. Тройка сюда, да? То есть волк должен сюда еще нажать четверку. Хорошо, волк, ты пока, значит, вниз. Мы опять опускаем. Волк сюда перескакивает. Ловко ты придумал. Вот сюда. А вот теперь нам нужно тройку. Поднимаем. И сюда. Вот. Волк теперь нажимает на четверочку. Правда, я пока не знаю, что она делает. Ага, вот ковер уже ездит. Теперь мы поднимаем наковальню. Давай попробуем. Берем сундук. А дело в том, что мы же сверху волком ничего не сможем сделать. Или сможем? А, еще сундук. Класс, уже три сундука. Так, теперь дальше что? Мы можем здесь спуститься, да? Вот так вот. А, вот оно как. Нам по-любому нужно будет... не так. Волк должен, видите, спуститься, как и приехал сюда. Точнее, прискакал. Иначе вот... Он не сможет нажать на кнопку. Ловко ты придумал. Так, секундочку. Можно выйти отсюда, да? И поехать вверх. А там еще что-то было сбоку. Я не уверен, что я все правильно делаю. Иду. А вот рычаг, да? Ага, а вот рычаг, и волк теперь туда должен. Блин. Я мигом. Как скажешь. Шестерку я рано пока нажал. Как скажешь. Получается, вот опять мы поднимаем. И теперь... Продолжаем вот на единицу. Опускаем. Волк опять повторяет то же самое. Просто по-хорошему мне нужно было начать было с левой, с правой стороны. Вот пятерочку нажимаем. Что это? Ага, еще. Один ковер. А он куда? Я не помню, для чего шестерочка. А, вот, чтоб все, все, теперь понял. Отсюда мне можно выходить. Вот ковер. И там к выходу теперь у меня проход открыт. Я это сделаю. Так точно. Отлично. Как скажешь. Ну, есть. Такой уровень. Тоже интересный, с новыми приколами, но чуть полегче, чем предыдущая. И где же она? Ну что же, пойдем искать дальше. Да, 4,5 минуты. Осталось 2 уровня всего лишь в этих фактических каникулах. Так что скоро найдем. Диор. Так, ну сначала. Есть. Вообще проще простого, да? Берем вот сундук. А, не понял. А что там? А, там колонна. Тю. А я что думаю, в чем прикол? Ха-ха. Прикол так прикол. Волк, ты где? А, ты в западне. 9-9 номер. Это ж капец. Как скажешь. Так, взяли? А, интересно, куда мне ее ставить-то? Я мигом. Есть.
Есть. Знать бы, а там магнит. Так, обалдеть. Точно. Иду. Так, восьмерка. Что у нас восьмерка? Ого, какой так сложный механизм. Вот так. Восьмерка открывает туда путь. Да, значит, я поставил, как ладно. Скажешь. Как скажешь. Ни в чем пока не уверен. Просто исследую карту. Иду. Как скажешь. Я вообще вниз еще не лазил. Как скажешь. Да давай как скажешь. Как-то иду. Пониже. Как есть. Так точно. А здесь что? Я мигом. Я мигом. Все, понял. Там вот... Как скажешь. Нужно тоже шестерку нажимать. Иду. Так точно. Как скажешь. Есть. Как скажешь. Ты здесь иду. Я вот... Открыл. Есть. Так, стоп. Три. Тут все готово. Вот, магнит. Да. Хорошо. Дальше. Тише. Опять. За перегородкой. Есть. Иду. Я еще в эту сторону не ездил. Там вот единичка, которая нажимается один раз, и все. Так точно. Иду. Вот, кстати, магнит, да? Отлично. Получается... интересно получается. Вот. Могу поднять, да? Сделано. Что теперь могу сделать? Так, а волк там с 9 номером, да? А, допустим, вот, что нажалось? Все готово. Что, пятерку, да? Не уверен. А где девятка вообще? Как глянуть по карте? Где девятый... Тихо. Где девятый рычаг? 6. Я что-то пока не вижу. Вот. А для этого мне нужно четверочку нажать. Четверочку что нажать? Нужна пятерочку, да? Все. Вот теперь я понял. Теперь я понял. Готово. Стоп, пятерочка. А где пятерочка? Четверочка. Вообще непонятно. Вот так. Да не. Сделано. Это мрак, слушайте. Надолго. И не факт, что правильно. Сейчас на голову свалится. А интересно, что если на него пустить? Так. Ой, перебор. Так, это вот до девятки, да? Теперь выходим. Я мигом. Как скажешь. Ловлю на слове, что ты мигом. Я мигом. Так точно. Не-не-не. Как скажешь. Я мигом. Вот. Иду. Освободили волка, наконец-то. Ух, привет, серый. Говори, сделаю. Уже иду. Ловлю на слове. Ловко ты придумал. Уже иду. Так, подожди, для начала мы сюда, да? Тут... Зачем сюда? Не понял. А, за сундуком, уже да? Иду. Точно. Тоже дело нужное. Первый только. Караул. Так, дальше. Куда еще серому нужно? Может сюда? Ой, куда? Не. На восьмерочку нажать. Что восьмерочка даст? Мне двойку нужно. Двойка здесь. А он же никак не перепрыгнет, да? А семерка там магнит нажимает. Так, двойка. Звук может запрыгнуть, по идее, туда, но Ваня должен нажать сюда. А единичка? Он тоже не нажмет. Нужно пятерку. А пятерка у нас здесь. А что пятерку, нужно семерку. Ага, все, понял. С мне уже получается... этот. Так, ну, во-первых, надо волка тоже убрать отсюда, потому что он... Уже, если сейчас я с четверки уберу, то волк потом не выберется.
Так, Ваня, иди сюда. Есть. Как все здесь сложно. Надо сейчас не запутаться. Так, давай, ну, за пульт. Смотрите уже. Ага, пятерку. Блин, подождите. Пятерку. Пятерку — это семерка. А на семерку ж волк сейчас может, по идее-то. Командуй. Так бы сразу сказал. Нажать. Я чуть сильно запорол, потом и переделываться пришлось. Вот. А, там же еще и вот. Это сундук. Теперь получается, он должен спуститься вниз сначала. Так точно. Вот сюда подойти. Как скажешь. Теперь волк переходит на соседнюю кнопку. И вот он нажимает на пятерочку. Вот, теперь сам же идет. А, нет, он никуда не идет, потому что волку нужно перейти на соседнюю кнопку. Вот. А теперь уже идет. Вот сюда. Как скажешь. Подтягиваем наковальню, перемещаем ее немного в сторону, опускаем. Все готово. Да, и дело в том, что эта ж вот кнопка, она что уже нажатая раз и больше не нужно, поэтому можем поднять магнит. Ваня. Вот. И если что, куда-то его отправить. Вопрос в том, куда. Мне нужно, чтобы сейчас волком взять... Что придумал? Двоечку нужно нажать. А где у нас двоечка? Для начала возьми сундук. Так. Двоечка, двоечка, вот двоечка. По идее, Ваня может ее так взять, да? А ну-ка. Вот, ты можешь, по идее, сюда пройтись. Есть! Встать на двоечку. Иду. Так. Волк, а ну-ка, рассказывай. Сможешь ты туда? Как-то. Да, сможет. Все, три сундука есть. А теперь наверх как? О, так, Вань, ты прям уже возле выхода. Неожиданно вообще. Волк, ты прости, я там немного про тебя подзабыл сразу резко на радостях. Я думаю, ты там уже справишься. Но мы к выходу. Опять 9 минут. Так, последний уровень. В Париже. В парижских каникулах. Так, рядом совсем. Совсем рядом. Так, смотрим. Волк, ты где? Ага. Ага. Я тоже понял. Ага. Вот так, да, значит? Я за него. Подождите. Волк, ты можешь сначала наверх слетаешь. Допустим, за сундуком. Вообще элементарно, да? Так, тройка. Нажали. Дальше. Что у нас здесь? Четверку. А если четверку нажму? А если единицу? Четверка, единицы. Ничего не понятно. Что это нам делает? Не пойму. Магнит. А, магнит же может... Так, нам пульт нужен, да? Все, выходи. Есть. Пока. Как скажешь. Это я сразу не понял. Магнит же, получается, может вниз спуститься, тю. Берем. Так. Вот здесь, конечно, интересно. А если на голову волку? Волк, там, если что, прости. Что делать-то? Придумал? Так. Хороший ход. Мне, по идее, нужна наковальня вниз туда.
Если я сейчас уберу... Уже иду. Ага, ясно. Хорошо. Так, получается... Да, давай тут. Поднимаем. Сюда в сторону, да? Оп. Волчек, ты теперь отходишь. И мы можем навести в сторону. Вот сюда. Вот. Все, теперь Ваня. Я мигом. Давай, я мигом. Спускаю вниз. Теперь вопрос. Получается... четверка. Ну, давайте начнем здесь. Так точно. Оп. Я мигом. Ага. Да ставь же ты. Опа. Есть. Опа, опа. Мое. Все, три сундука. То есть этот уровень вообще, в принципе, я еще не завершил его, но легкий. Я мигом. Тут немного кнопок, поэтому разобраться не так уж и сложно. Так, теперь мы что делаем? Мы опускаем еще ниже. Магнитом уже не нужен, по идее, да? Так точно. Как скажешь. Здесь мы всего лишь иду. Наковали на кнопку, ставим и идем уже за Василисой. Я мигом. Получается, первый уровень и последний сегодня были легкие. Остальные все, ну, очень я мигом. Длинные и сложные. О, привет. 15 магазинов, 3 пакетика. А, вот такие пироги. Вот все уровни пройдены, все сундуки собраны и заработаны. А в следующий раз мы пойдем уже в замок Кощея. Но это будет уже в нашем следующем выпуске. Я на сегодня, друзья, с вами прощаюсь. А надеюсь, вам понравилось это прохождение. Я старался, хоть это было и долго. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока-пока.